и найти себя никогда не поздно. Это подтверждают герои нашего следующего сюжета. Несмотря на солидный возраст и вопреки стереотипам, они учатся оперному пению, спортивным танцам и плаванию, которые быстро стали неотъемлемой частью их жизни. Николаю Григоряну 69 лет, и обычным пенсионером его не назовешь. Он работает программистом, а в свободное время уже год как занимается спортивными бальными танцами. Идея давно была, пока думал, лет 5 где-то только думал. То есть сестра стала танцевать, она привлекла, я уже пошел сюда. Мне понравилось. Дважды в неделю Николай с огромным удовольствием, как он сам говорит, учится танцевать вальс, ча-ча-ча и румбу. Нашел занятие по душе и 30-летний Андриан Панфилия. Мужчина, торговый агент в аграрном бизнесе, трижды в неделю на несколько часов становится оперным певцом. И это у него отлично получается.